На время переходного периода продолжает активную работу штаб по вопросу уборки мусора. Он работает в ежедневном режиме. Сегодня вечером состоялось очередное совещание о ситуации дня сегодняшнего. Далее. Сегодня, 8 августа, на работах по вывозу коммунальных отходов были задействованы 10 единиц автотехники. Это мусоровозы, грузовики и фронтальные погрузчики. Ситуация с очисткой городских территорий от засилья мусора постепенно нормализуется. С завтрашнего дня нашим региональным оператором официально становится Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза», у которой перевозчиком на договорных условиях выступает компания «Экотехпром», которая и прежде занималась вывозом мусора на подряде у бывшего рекоператора ТБО «Экосервис». В этом есть определенные плюсы. Сохранена вся сеть, диспетчерская сеть, водительская сеть и машины есть. На сегодня нам четко говорят, 9 единиц транспорта, в том числе 2 ломовоза, будет вывезено на Новоуральск. Но при этом все равно говорят, в связи с тем, что есть действительно завалы мусора, мы в помощь все равно выдаем службу ДКС в количестве 3 единиц техники, это бульдозер и 2 самосвала. Итого завтра у нас в городе будет 12 единиц техники. Я надеюсь, что в этом режиме проработаем недолго, и Экотехпром выправит, значит, то количество техники, которое было первоначально. Я напоминаю, мы справлялись 10 мусоровозами и одним ломовозом. Вот таким количеством техники все было в порядке. Объявлен переходный период, необходимый для вступления в работу нового регионального оператора. Этот период, по ожиданиям, может продлиться от 2-3 дней до 1 недели. В течение недели мы также будем проводить оперативные штабы, смотреть за ситуацией и, значит, при ее налаживании совершенно нормальная история, если мы войдем в график, вот только тогда будет принято решение об, скажем, выхода из такого оперативного характера сбора. С середины августа вся работа по вывозу мусора будет производиться без отставания от графика и вернется в нормальное русло. Антон Сапогов, Даниил Запивалов, Новоуральская вещательная компания.